Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Друзья, в сегодняшнем видео хочу вам показать, как я съездила в супермаркет. У нас называется Migros. Он, к сожалению, не так близко расположен к моему дому, и мне приходится ехать туда на машине, что я не люблю, но тем не менее надо закупиться. Едем, друзья, в Migros, беру вас с собой и покажу вам, что там сейчас происходит в огородном отделе. Ну, а также мои закупки, что я там купила. Давно уже не была в Migros, вот решила съездить, пока хорошая погода. Друзья, приехали в Migros, сейчас зайдем в огородный отдел и смотрите, что я тут вижу на входе. Какой симпатичный камин. Стоит 170 франков электрический. Жалко, что у меня в огороде нет электричества. Маленький, от него идет вообще просто шикарное тепло. Ой, вообще можно бы спокойно было нагреть огородный домик. Какой красивый. Очень понравился. Ну что, друзья, сейчас посмотрим, что у нас тут новое появилось для огорода. Разные вазочки уже. Все начинается, короче, огородный сезон. Все подвозят. Так, это у нас для Валентин, так. Это меня, как говорится, особо не интересует. Но сейчас пойдем посмотрим, что у нас в огородном отделе. Новые средства, может, появились. Так. Акцион. Это для цветов. И пошли разные средства уже для огорода. Вот для томата 7,95. Нормальная цена. Я думаю, в Migros даже дешевле, чем в том моем копе, что я вам всегда показываю, который рядом с моим домом. Вот еще есть такие 2,5 килограмма. Это уже, как сказать, для всего тут. Вот есть специально для ягод. Ну, недорого, недорого. Тут био есть. Вот. Био. Состав 7,95. Сейчас мы с вами глянем, что у них. Ну, будет плохо вам видно. Плохо видно. Мне надо полчаса, чтобы это все тут разглядеть. Ну и все тут разные средства. Вот от муравьев, например, 12,95. Всяких тут вот. Не знаю, что такие сороконожки или что тут. Вот, всякие. Это что у нас тут такое? Тоже какой-то биопрепарат. Этот рост вообще, смотрите, 22,95. Плохо видно. Это от грибка какая-то. Пильчут, да, от грибковых заболеваний. Но цена, смотрите, не маленькая. Также вот от всяких вредителей. Атос. Шершни, наверное. Вообще здесь ос запрещено убивать. Не ос, а, господи, пчел. Их и так-то нет. Ну вот, друзья, и все. Вот, в принципе, здесь это все защитные средства. Опять, как я вам и говорила, для газона целая куча всего. Вот. И пошли уже тут для рассады. Вот. Стаканчики. Вот смотрите, такая система 97,95. С ума сойти. Ну и цена. Так поняла, это вот. Это у меня есть. Так, такой унтска нет. У меня есть вот такая штучка и вот такая. Купила на распродаже уже в конце. По 70% была распродажа. Так,
Ну и все остальное уже я вам много раз показывала. Это у нас брикет. Пишут, что универсальная эрда, но не знаю. Это просто кокосовый субстрат, друзья. Господи, свалилось еще. Такая штучка у меня одна есть. Покупала на 10 литров. Ну и пока здесь еще пусто. Так, топаем дальше. Вон там рукавицы. Видите, освобождают уже площади. Сейчас буду тут уже устанавливать все для огорода. Семена. Смотрите, как расставили. Так, все пустое. Пока еще ничего не привезли. Больше идут у нас зеленуха, как всегда. Так, а я хочу томатики. Ничего нового пока. Все то же самое, друзья. Жалко. Пока ничего нового нет. Семена все те же. Значит, коп мой, который рядом, все-таки там быстрее они продвигаются с семенами, чем здесь. Здесь пока все в той же паре. Единственное, вот тут такие контейнеры поставили. Теперь стаканы. Вот смотрите, друзья, сколько раз я вам говорила. Особо здесь не разбежишься, чтобы огородом заниматься. Вообще ничего нет. Так, это вот это новое что-то. Стаканчики. 6,95. Нифига себе. Сколько штук? 20 штук. Вот, друзья, не знаю, дорого вам или нет. Это новые. В этом году только появились. Вот. Ну, симпатичные такие. У меня есть, но совсем маленькие для суккулентов. Вот черные. Черные подешевле. Но тут их и меньше. Эти 7 сантиметров, а эти 8. Вот, друзья, какие у нас цены для того, чтобы заниматься огородом. Ну и вот отдельно поддон. Таких у меня много. Видели, я вам видео показывала. Таких вот крышка. Поддон и крышка надо отдельно. Ну, с одной стороны, это и правильно. Кому-то крышка нужна, а кому-то поддон. Тут уже с таблетками. Такие маленькие есть. Ну, в общем, вот. Пока ничего интересного, друзья, нет. Ничего нового. Здесь все пусто. Значит, буду ждать. Где-нибудь еще через месяц уже подъеду. Смотрите, еще даже елки продают за полцены. Вот это какая хорошая елка. Сейчас посмотрим, сколько стоило. Стоило 69, но вот полцены, чтобы высадить в огород. Вот, друзья, какая пустота тут. Ну что, я нагулялась, закупилась. Походила там Мигру по огородному отделу. Все вам показала. Ну, а также сделала покупку. И сейчас покажу вам, что можно в Швейцарии купить. Вот. На 162 франка. Это получается где-то, может, 170 евро. Вот такой чек. И сейчас вместе с вами еле дотащила. У нас дом старый, лифта нет. Ну, хорошо, что мы на первом этаже. Еле дотащила, в общем, из машины, из гаража. Вот, друзья, сейчас буду вытаскивать из пакетов и сразу же вам показывать. Упаковку такого салата. Вот уже с акционом. Был 2,50, сейчас 1,90. Дальше черника. 250 грамм. Вот. Клубники 0,5 килограмма. Как я вам уже и говорила, много раз уже показывала вам свои покупки. Мы очень много покупаем ягод. Так что я и мой старший сын едим много ягод, друзья. Хоть и вы, может, скажете, что это не сезон, но тем не менее, хоть какие-то витамины там все-таки есть. А также вот купила замороженный такой лакс.
красную рыбу, упаковку, к сожалению, не к сожалению, а я ее всегда стараюсь, все, что можно выкинуть там в магазине, я все выбрасываю. В общем, это стоило на распродажу 4 таких кусочка 11 франков, друзья. Так, дальше тут у меня собачья еда для Милы. Целая упаковка тут. В общем, вот такие штучки. 8 штук, 10 франков. Это у нас для Милы. Теперь купила на распродажу вот такие крылышки. Считаю, что это очень дешево, 3,90. И здесь у нас 540 грамм. Так, сейчас быстренько такую нарезку. Это вот 194 грамма. Смотрите, цена. Так что, друзья, сами определяйте, дорого вам это или нет. Вот, 290 грамм фарша, 6,70. Так, надо быстро сейчас все это распаковать, чтобы не растаялось. Также купила, вот у нас вот опять распаковка. Господи. Акцион. Распаковка уже устала, уже язык заплетается. Редко езжу за покупками одна, но вот устала, не знаю, как собака, господи. Вот, смотрите, друзья, 7,95, это не дорого. Видите, 40%. И это Gordon Blue у нас называется. Вот такие штучки из курицы. Так, дальше что у нас? Мясные такие шарики. Пишут, что швейцарское мясо. Из швейцарского мяса 750 грамм. Тоже стоили 11 франков. Даже помню. Так, теперь у меня Паскаль любит из картошки вот такие штучки в виде цветочков. 600 грамм. Это стоило 6 франков. 5,90, по-моему. Вот. Так, один пакет, друзья. Теперь это соус. Браттон соусы у меня мои всегда любят. Соус ко всему. С мясом совсем. Теперь сметана. Вот это самое. Мне что нравится в Мигро. У нас в Мигро лучше молочка, чем вот в моем супермаркете в Кофе. Так. Вот эти. Это сметана. 35%, по-моему, жирности. Вот вообще настоящая сметана. Вкуснятина вообще. Вот, когда бываю в Мигро, обязательно ее покупаю. Ну, дорогая эта сметана. Вот. Это шоколадный какой-то мусс. Так, быстрее, друзья. Вот такой йогурт-десерт. Еще вот такой йогурт яблочный, как штрудель этот. Это у нас идет ванильный крем. Так, дальше еще йогурт, груша с шоколадом. Это рам, сливки для приготовления соусов. Так, теперь посмотрите, друзья. Получается 5 луковин, вот 600 грамм, 1,45. Так что не знаю, друзья, дорого или дорого. Смотрите, это манка, такой десерт из манки, грис они его тут называют. Так, с изюмом и, господи, с ягодами. Дальше, яйца 6 штук, яйца дорогие, около, господи, я сейчас даже не поленюсь, сейчас быстренько найду. Так, яйца, яйца, господи. 4,50. 6 штук, 4,50. XL написано. Швейцарские яйца. Дальше, вот, 4 помидорки томатов на 700 грамм. 2,20. Ну, это вот как вам сказать? Ну, вот такие пластмассовые томаты. То, что в магазинах продают. Дальше пошли. Хлеб вот такой. Покупаю его не для того, чтобы в свежем виде есть. Маленько его подсушиваю, потом нарезаю и жарю, господи, в этом молоке. Так, дальше. Вот такой сыр. Упаковка. 150 грамм. Потом вот такие, смотрите, мясные шарики. Вот соусом как раз вот эти шарики. Обжариваю лук. Потом этот соус, Браттон соусы. И вот получается как бы мяско с подливой. Теперь лакс, вот эту красную рыбу акцион, видите у нас. Здесь у нас сколько грамм сейчас? 300 грамм. Неплохой акцион, очень даже хороший.
Дальше молоко безлактозное, как я вам говорила, всегда покупаю. Стоит 2 франка, 5, по-моему, 5 рапен. Дальше акцион был на макароны. Вот это хорошие макароны, дорогие этой фирмы. 20%, а если больше 2 пачек покупать, вот, начинается распродажа 20%, господи. Потом также на рис была распродажа 40%, вот, 2 пачки. Ну, что тут еще ребенком, детям напитки. Господи, попросил, у меня Паскаль любит вот этот сладкий чай. Вот, это личо, манго. Азиатский напиток. Так, дальше. Ну, это вот бумага для туалета. 6,20. 3 упаковки. Дальше мандарины. Вот вес их. Что у меня еще тут? Картошку. Опля. Так, где он? Вот. И картошка. Смотрите, сколько стоит. Так. Ну вот сковородку купила. Еще одну сковородку себе купила маленькую, чтобы жарить яйца. Вот, 11 франков. Вот, друзья, это все мои покупки. Так, сейчас уберу пакеты. Вот. В швейцарском Мигру на 162 франка. Вот, я не знаю, много или мало, дорого или недорого. Вот, друзья, все вам показала. Рассказала, что можно купить в Швейцарии на 162 франка. Так что и мясное тут, и овощи, и заморозка, и красная рыба. Я считаю, что это, опять же, я сужу по себе. Я считаю, что очень даже хорошо я закупилась и недорого. Ну а на сегодня все, друзья. Ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, а мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня!